были готовы к тому, что «Зенит» будет именно играть, поставит Ерохина, Дзюбу. Я еще даже думал, может, с первых минут будет и Заболотно играть, но хотя я понимал, что во втором тайме уже будет больше рост. Мы знали, что будут бить на Дзюбу, будут бежать за спину. Вот, и поэтому мы предполагали и наигрывали, что наши игроки верхние будут больше прессинговать игрока с мячом, чтобы они свободно не могли владеть мячом. Фрагментами это получалось, фрагментами нет. И так, в целом, первый тайм, ну, я считаю, что более-менее так справлялись. Ну и, конечно, обязательно надо было давать свою контр-игру, что у нас не всегда получалось, потому что часто теряли мяч в простых ситуациях и играли очень медленно. Я до игры ребятам говорил, что если мы выйдем со счетом 4-0, у нас ничего не получится. Только если выходить и играть, как будто было 0-0, тогда у нас есть шанс пройти «Зенит». Ну а «Зенит», что я могу сказать? Им терять было нечего. Они выбрали правильную тактику, простую тактику. Много было подач на Дзюбу. Он хорошо продавливал наших игроков. У них был хороший... Они выигрывали подбор. Поэтому, считаю, мы и проиграли. Игроки «Зенита» все-таки сильнее по классу и по уровню, чем игроки «Динамо». Пожалуйста, ваши вопросы. Поднимаем руку, представляемся. Вопросов. Пожалуйста. Я считаю, что те люди, которые вышли на замену и должны были усилить игру, не очень вписались. Не знаю, с чем это связано, но вообще какая-то команда как-то медленно выглядела. Я не знаю, с чем это. Или психологический момент, или все-таки на таком уровне не готовы были играть, не справились с этим давлением, что дома 4-0 выиграли. Еще ваши вопросы? При счете 4-1 в овертайме можно ли было каким-то образом перестроить игру, чтобы сохранить устраивающий? Можно было бы, если выпустить хорошего центрального защитника, который бы выигрывал единоборство у Дзюбы. Но у меня его нету в наличии. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Выход Заболотного, когда «Зенит» стал играть как бы сдвоенным центром, как говорят, в баскетболе, стал для вас, условно говоря, неожиданностью, изменили ход игры? А я уже вначале говорил, что мы, да, что мы планировали эту замену, мы знали, что... Я с первых минут видел, что у «Зенита» против нас был только один шанс – продавить через центр за счет забросов, за счет фолов, за счет стандартов, за счет «Газпрома». Нет, это не намек, я так. Коллеги, еще вопросы будут? Ну, раз нет, спасибо.